Еврейский городок, где на часах всегда 7:40, открылся в Могилевском областном краеведческом музее. Валерия Гайшун, мастер еврейской куклы, создала этот маленький уютный мирок. Валерия родилась в Бобруйске, и ее удивительные куклы – ностальгия по советским временам, когда все еще были здесь и живы по своему детству и любимому деду Гирше. А название выставки очень философское – «Все пройдет». Да, все пройдет, но останутся любовь и дружба. Приходите, смотрите, окунитесь в мир своего детства. Просто вспоминайте, пустите в душу капельку добра. Кукольный мир Валерии Гайшун – это ее воспоминания о счастливом детстве в еврейском городе и в советские времена. В коллекции 60 кукол. На выставке они все сидят на чемоданах, ведь советские евреи почти все съехали в эмиграцию. Гирша – первый персонаж. Потом появилась мама Циля, потом жена Роза, детки Монечка и Сонечка. Получилась семья Кацнельсон, которая потом стала обрастать родственниками, друзьями и соседями. Так получилось симпатичное еврейское местечко. Почти у каждого персонажа своя настоящая история и реальные прототипы. Вот, например, молодожены. Невеста Леночка ехала в гости к Науму в Америку, но встретила в аэропорту нового суженого. Две подруги-учительницы. Сима Исаевна учит музыке, а Белла Львовна – немецкому языку. Узнаете? Ну вот Бася. Бася уже очень долго ждет звонка. Ну и она из коллекции «Еврейское счастье». Ну что говорит, само за себя, с этим счастьем, наверное, звонка. Ну, будем думать, что она его дождется. Но счастье простое, еврейское, можно купить вот в этой лавке. Небольшой мешочек. Вообще, эти куклы нужно рассматривать. Там куча мелких деталей, которые характеризуют персонажей и эпоху. Эта выставка – кусочек ушедшей эпохи, но и в наше стремительное время мы можем сохранить из прошлого нечто хорошее. Юмор, прежде всего, поскольку все персонажи, они, несмотря на то, что у каждого персонажа есть свой характер, они вызывают улыбку. Детям нужно передать знания о своем роде, причастность своим корням, и понимать, что это дает силы и знания, и оптимизм.